Появились фото с места пожара в Башкирии, где погибло трое малышей. Ранее сообщалось, что площадь возгорания в деревянном доме составила 80 квадратных метров. Появились фотографии с места пожара в частном доме в селе Кондрыту и Мазинского района Башкирии, где этой ночью погибло трое малышей как сообщалось ранее, загорелся частный деревянный жилой дом на площади около 80 метров. По предварительной информации, дети были 2014, 2015 и 2016 годов рождения. Предположительно, в момент инцидента они находились дома одни. В настоящее время причины пожара так и не удалось установить. Друзья, поддержите, пожалуйста, молодой канал. Поставьте палец вверх, если понравилась статья. Оставьте свой комментарий, поделитесь публикацией в социальных сетях и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.